You're my Miss Right, Miss Right. 널 놓친다면 Miss Right. Всем привет, с вами Мисс Райт, и это выпуск Дорамных новостей. Перед просмотром, пожалуйста, включите VPN, этим вы поможете росту и продвижению канала. Поехали! Компания Sony Pictures приобрела права на экранизацию комедии 21 года «Привет, мам». Англоязычный ремейк снимет режиссер оригинального фильма Цзя Лин. Представители компании Sony Pictures подтвердили эту информацию. Фильм «Привет, мам» рассказывает историю девушки Цзя Сяо Лин, которая в 2001 году потеряла свою маму. Девушка попадает в прошлое в 1981 год и встречает свою юную, полную жизни маму. Героиня решает изменить ее судьбу, чтобы не случилась трагедия. Фильм стал самым кассовым в прокате Китая в 2021 году. Режиссер Цзя Лин прокомментировала, что с нетерпением ждет этого сотрудничества и рада поделиться теплой историей с большой зрительской аудиторией. Она также сказала, что история каждого человека и его мамы уникальна, но любовь и теплота в таких историях универсальна. Режиссер уверен, что кинокартина найдет отклик в сердцах людей. О Джон Се попал в аварию со смертельным исходом. По сообщениям полиции, 19 октября О Джон Се и водитель Эй ехали в фургоне по дороге в Чунчоннамдо и столкнулись с трактором, внутри которого находилась пожилая пара. Супруг 60-летнего возраста погиб, а его жена доставлена в госпиталь с тяжелыми травмами. О Джон Се и водитель Эй также попали в госпиталь с незначительными повреждениями. Эй сказал полиции, что трактор появился внезапно. Полиция проводит расследование. Кора Кенго, Сюнсуке Даито и Исида Такуя снимутся в фильме «Грех и зло». Режиссером и сценаристом картины выступит Саито Юки. Фильм «Грех и зло» расскажет о трех друзьях детства, которые снова встретились, когда выросли. Герои замешаны в убийстве старика. Сюжет картины возвращается вокруг Хару, Акиры и Саку, которые подозревают старика Онсана в убийстве своего одноклассника Масаки. Мальчики отправились к мужчине, и один из трех парней убил Онсана. 22 года спустя Хару, Акира и Саку встретились снова. Акира, работающий детективом, увидел Саку на похоронах своего отца. В их родной деревне снова происходит убийство мальчика. Это дело похоже на гибель Масаки 22 года назад. Акира встречает Хаку во время расследования смерти мальчика. Встретившись снова, мужчины сталкиваются с делом 22-летней давности, которое они хотели забыть. Новостное агентство The Kyonji Shinmun заявило, что звезда уровня Юаина подозревается в употреблении наркотиков. Расследование показало, что знаменитость – это актер 40-летнего возраста. Мужчина употреблял наркотики, включая марихуану, множество раз в период с января по октябрь этого года. Актер принимал вещества в развлекательных заведениях для взрослых или дома. Мужчина употреблял наркотики не один. Новостное агентство заявило, что вместе с актером вещества принимали около 8 человек, включая подающих Надежды Трейни, а также работников развлекательной индустрии. Полиция пока не раскрывала подробности. Раун, который готовится к своему дорамному камбэку, удивил многих новым образом, появившись в аэропорту. Раун ехал из Сеула в Токио, так как, по слухам, у него за границей сольная программа. Несколько новостных порталов поделились снимками актера, и фанаты сразу заметили его преображение. Айдол-актер вернется на малые экраны 30 октября как главный герой историко-романтического сериала KBS «Свадебная битва». По словам исполнителя главной роли, эту дораму он выбрал в качестве своего следующего проекта, чтобы бросить вызов самому себе. По словам Рауна, поскольку он уже работал в различных жанрах, таких как романтика, фэнтези, детектив и триллер, ему захотелось отдать дань комедийному жанру и попробовать новое. Что известно о предстоящей историко-романтической дораме Рауна? «Свадебная битва» рассказывает хаотичную, но захватывающую историю молодого вдовца Шим Чон У и молодой вдовы Чон Сон Док, а также повествует о трудностях, с которыми им придется столкнуться, чтобы устроить брак незамужних женщин и мужчин эпохи Чосон, которых все давно списали со счетов. Раун играет Шим Чон У, овдовевшего зятя короля, гения, ставшего самым молодым человеком, сдавшим экзамен на государственную службу. Однако его невероятный интеллект никак не помог ему, когда его будущая жена скончалась во время свадебной церемонии. Актриса Чой Хён исполняет роль Чон Сон Док, второй невестки богатой семьи, ведущей двойную жизнь, как порядочная вдова и как госпожа Йо Джу, лучшая сваха в городе Ханьян. Благодаря выпущенным трейлерам и тизерам, фанаты и зрители с нетерпением ждут, какую химию эти двое продемонстрируют на экране. Несмотря на то, что они впервые работают вместе, ожидания от звезд высоки. Полюбоваться на Роуна и Чой Хён можно, начиная с 30 октября в 21:45 по корейскому времени на канале KBS.
В сети появились постеры и трейлер адаптации манги «Золотое божество» с Ямадзаки Кенто и Ямада Анной в главных ролях. Второстепенные роли получили Такахата Мицуки и Идзуми Саваюки. В фильме появится младший брат Араты Макеню Гордон Маэда, Ямото Юма, Янаги Сюнтаро и другие. Ямадзаки Кенто сыграет Сэйти Сугимото. Фильм основан на одноименной манге Нода Сатору. Адаптация «Золотое божество» расскажет о Сэйти Сугимото, который начинает новую жизнь на Хоккайдо после войны. Он узнает о существовании золотого клада айнов, похищенного и спрятанного человеком по имени Ноперабо. Ключ к расположению сокровища складывается из фрагментов татуировок 24 заключенных, сбежавших из тюрьмы Абасири вместе с Ноперобо. Однажды девушка Айну Асирпа спасает Саити от дикого медведя. Девушка хочет отомстить Ноперобо за убийство своего отца. Саити Сукимото и Асирпа начинают работать вместе. Премьера адаптации «Золотое божество» состоится 19 января следующего года в Японии. Актер национального голосования за смертную казнь Со Ён Джу присоединится к списку знаменитостей, которые отправятся на военную службу в этом году. Со Ён Джу будет зачислен в армию 28 ноября. Это означает, что национальное голосование за смертную казнь станет его последним дорамным проектом перед уходом. Также 25 октября состоится премьера фильма с ним «Открой дверь». Это детективно-психологический триллер, повествующий о тайне семьи, раскрывшей убийство в корейской прачечной в Нью-Джерси 7 лет назад. Cope & Play подтвердили производство новой дорамы «Тайник» вместе с ее актерским составом. «Тайник» рассказывает историю женщины, которая раскрывает тайны, окружающие ее мужа, который однажды исчезает. Ли Бо Йон исполняет роль На Мун Йон, жены, которая ищет пропавшего мужа. Ли Му Сен играет мужа На Мун Йон, Ча Сон Дже, который исчезает, не сказав ни слова. Ли Чон Ай исполнит роль дружелюбной соседки На Мун Йон, Ха Йон Джу, а Ли Мин Джи примерит роль До Джину, загадочного мужчины, который владеет ключом к раскрытию тайны. Режиссер Ким Дон Хви, снимавший различные дорамы, в том числе сказку о Нокду и «Прорвемся», и продюсерская группа «Славы», объединили усилия, что лишь повышает ожидания зрителей. Премьера дорамы «Тайник» состоится в первой половине следующего года. Летом этого года состоялась премьера блокбастера «Восхождение в ранг духов» первой части из трилогии. Это масштабный проект, основанный на эпичном романе 15 века. В основе сюжета история о войне людей, богов и демонов. Подготовка к фильму началась в 2014 году, съемки начались в 2018, в которых было задействовано 8 тысяч сотрудников и помощников. Более 1500 человек участвовали в постпродакшене кинокартины. По словам режиссера, это действительно сверхсложный процесс. Фильм стал очень популярным среди зрителей, также кинокартина получила высокий балл на Долбан 7,9 баллов. Кроме интересного сюжета, прекрасных визуальных эффектов зрителей привлекла плеяда красивых актеров, которые постоянно демонстрировали в кадре обнаженные торсы. Известно, что большинство отобранных на главные роли актеров не являются профессионалами, поэтому для них был организован тренировочный лагерь для подготовки к съемкам. Курсы длились 6 месяцев. Кроме физической подготовки шли занятия по актерскому мастерству, боевым искусствам, верховой езде, стрельбе из лука, игре на барабанах и истории китайской культуры. Актер и певец Крис Филлипс исполнил роль императора. Брутальный и подтянутый, трудно поверить, что этому актеру уже за 60 лет. Юн Ши исполнил роль Цзифа, сына удельного правителя Запада. Это одна из первых работ актера в большом кино. Спортивный и крепкий Юй Ши пришел в актерство из большого спорта. Ранее он играл в баскетбол во второй национальной лиге. Чэнь Му Чи исполнил роль наследного принца Ин Цяо. Это также первая большая киноработа в карьере актера. В этом году он также привлек внимание ролью в дораме «Любовь во время звездопада». Однако недавно он попал в скандал и был вынужден признать, что ранее был женат, а потом и вовсе обвинен в однополых сексуальных связях. Актер обратился в полицию за защитой своих прав. Его дальнейшая карьера и участие в следующих частях фильма «Возвышение за ранг духов» пока под вопросом. США актер уже знаком зрителям по таким дорамам, как «Синий шепот» и «Свидание с будущим». Актер также увлекается спортом. Он любит верховую езду, занимается боксом, стрельбой из лука, а также дайвингом, серфингом и баскетболом. Тайваньский актер Хуан Цин Сюань начал карьеру модели, а потом уже перешел в актерство. Он сыграл в тайваньской BL-дораме 2017 года «Темно-синий лунный свет», а затем появился в китайском фильме «Предание о героях Кондорах» и мини-дораме «Сдавайся, капитан Хань». Хоу Вэнь Юань также увлеченный спортом актер, который занимается фитнесом, серфингом и катанием на лыжах. В его карьере уже есть одна киноработа в фильме «Возрождение», а также несколько ролей в китайских дорамах. В конце октября ожидается премьера сериала с его участием «Я так скучаю по тебе».
Ли Юй Жунь получил много внимания после участия в драме «Любовь подобна звездам», в которой исполнил роль ученого аристократа. Его образ в сериале утонченный и изнеженный, а в фильме он демонстрирует более мужественного и сильного героя. А вы уже посмотрели первую часть фильма «Возвышение в ранг духов»? Поделитесь впечатлениями в комментариях. Этот год для Ван Ибо стал определенно одним из успешных в карьере. Все три его киноработы получили должное внимание как зрителей, так и прессы. Это новый большой виток в карьере актера. Три его роли в фильмах этого года либо отмечены наградами, либо номинированы на различных кинопремиях и фестивалях. Безымянный. Ван Ибо сыграл роль мистера Е. Действие кинокартины происходит во времена Второй мировой войны. В основе сюжета история разведчиков, которые рисковали собой, чтобы передать информацию о врагах и не допустить мирного договора с японскими захватчиками. Ради Родины и мира герои готовы отдать свои жизни. Ван Ибо номинирован на лучшую мужскую роль второго плана на 36-й китайской кинопремии «Золотой петух». Это аналог голливудского Оскара. На 20-й кинопремии Channel Media Awards актер получил награду как самый популярный актер в СМИ. В фильме «Король неба» Ван Ибо сыграл летчика-испытателя Лэй Ю. Ван Ибо получил награду в номинации «Актер, привлекающий наибольшее внимание прессы» на 20-й кинопремии, и фильм посвящен летчикам-испытателям военно-воздушных сил. В основе сюжета история специальной авиационной группы, возглавляемой капитаном Чан Тином, которая участвует в испытании реактивных истребителей нового поколения J-20. В фильме «Пылки» Ван Ибо исполнил Чэнь Шо. Это танцевальный фильм о хип-хопе. Известный танцор хип-хопа Дин Лэй, роль исполнил актер Хуан Бо, встречает молодого уличного танцора Чэнь Шо и обманом заставляет присоединиться к его коллективу. Чэнь Шо полон энтузиазма и не подозревает об истинных целях Дин Лэя. Актер номинирован на лучшую мужскую роль на 18-м китайском Чанчуньском кинофестивале «Золотой олень». Чон Рё Вон сыграет главную роль в новой романтической дораме с Виха Джуном. 19 октября ТВН подтвердили, что Чон Рё Вон и Ви Ха Джун выбраны на роли в предстоящей дораме «Выпускник». Новая дорама режиссера Ан Пан Сока, который продюсировал такие популярные романтические сериалы, как «Красивая Нуна, что покупает мне еду», «Весенняя ночь» и «Тайный роман», «Выпускник» разворачивается на фоне района Дэчидон, известного центра частного образования в Корее. Во главе сюжета оказывается преподаватель, который неустанно помогает школьнику по имени Ри Джун Хо поступить в престижный университет. По иронии судьбы, позже Ли Джун Хо возвращается в академию в качестве преподавателя-стажера, уйдя из крутой компании, потому что он по-прежнему зациклен на своей первой любви учительнице академии Сохи Джин. Чон Рё Вон исполнит роль Сохи Джин, опытного преподавателя корейского языка с 14-летним стажем и звезды после легендарного инцидента под названием «Чудо Дэ Чи». Примерно в то время, когда она размышляет о своей жизни и выходе на пенсию, появляется ее бывший ученик и нарушитель спокойствия Ли Джун Хо, которому она 10 лет назад помогла поступить в престижный университет, и ее жизнь превращается в хаос. Ви Ха Джун играет Ли Джун Хо, нового преподавателя, который своим появлением спустя 10 лет нарушает спокойствие повседневной жизни Сохи Джин. Он является главным героем инцидента «Чудо Дэ Чи», который сделал Сохи Джин знаменитой 10 лет назад. Однажды, после ухода из крупной компании, где ему прочили серьезную карьеру, он возвращается в академию, где работает Сохи Джин, преподавательница, кардинально изменившая его жизнь. Премьера выпуска состоится в следующем году. 18 октября состоялась премьера фантастической веб-дорамы «Бионический мир». Главные роли исполнили Сун Вэй Лун и Вэнь Цзи. В мире будущего были созданы бионические люди, которые физиологически полностью повторяли человека, однако наделены первоначальными убеждениями. Это стойкость суждений и эмоций, которые невозможно изменить или развенчать. Это привело к тому, что бионических людей стали использовать в незаконной деятельности. В конце концов, правительство ввело на них запрет. Был создан специальный отдел для поиска бионических людей, которые незаметно проникли в человеческое общество. Следователи Чен Но и Ан Цю под руководством капитана Ван Гуфена приступают к выполнению своей миссии. Поначалу у них много конфликтов из-за разных подходов к работе, но в процессе расследования дела они приходят к взаимопониманию и раскрывают тайный заговор. Всего запланирован показ 12 серий по 50 минут каждая. Для подписчиков платформы IQY 18 октября уже показано было 4 серии, далее транслируется по 2 эпизода каждый день, а финал 21 октября. Всем известно, что многие корейские дорамы являются адаптацией какой-либо манхвы. Создатели таких сериалов с осторожностью интерпретируют оригинальный сюжет, чтобы не нарваться на критику любителей того или иного комикса. Бывают случаи, когда постеры таких дорам на 100% повторяют обложку оригинальной манхвы. ESH привели список дорам, постеры которых либо являются копией обложки оригинальной манхвы, либо артом художников комиксов. Отличный день, чтобы стать собакой.
незнакомцы из ада, чудесный слух, природа мало, истинная красота, моя жизнь снова, работай позже, пей сейчас, и наше любимое лето. Настало время посоветовать вам дораму, и сегодня эта дорама «Мое имя» или «Во имя мести». Не существует на свете силы, способной остановить человека, решившего отомстить за свою кровь и плоть. Сериал от Netflix поведает историю девушки, ставшей свидетельницей ужасного, жестокого убийства отца неизвестными. С этого момента в ней живет лишь одно желание – расплатиться с убийцами во что бы то ни стало. Йон Джи У – молодая девушка, которая сталкивается с лицом к лицу с ошеломляющей трагедией. В день ее рождения прямо на глазах у героини убивают ее отца, Йон Дон Хуна. Однако вместо того, чтобы отчаяться и опустить руки, девушка принимает решение отомстить преступнику и совершить самосуд. Но для того, чтобы сделать это, Джи У нужно сначала установить личность виновника и найти его. Задача оказывается труднее, чем Джи У себе могла представить, а единственные сведения, которые могут помочь ей добраться до правды, оказываются в руках полиции, расследующей это дело. Между тем, полиция не спешит делиться данными и уликами с дочерью пострадавшего. Тогда девушка понимает, у нее нет выбора, кроме как проникнуть в ряды полицейских и лично изучить данные. Но как это сделать? Героиня решает обратиться за помощью к лидеру местной преступной группировки по имени Чой Муджин, который обладает связями в полиции. Девушке нужно лишь одно – подделать документы и внедриться под новой личностью в ряды полицейских в качестве нового сотрудника. Она рассказывает ему свою историю, и мужчина соглашается помочь. Однако человек, к которому обращается девушка, оказывается куда более влиятельным членом преступного мира, главой мафии, курирующим весь наркобизнес в Южной Корее. Кто уже смотрел эту дораму, пишите в комментариях, как она вам понравилась или нет. И кто решил ее посмотреть, тоже пишите. А на этом пока что все. Ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. С вами была Мисс Райт. Аннён!